Всем привет, с вами Дарт Калашпол. Сегодня я решил показать вам коллекцию своих денег, которые я собираю. Люблю собирать именно старые деньги, а не монеты. Есть у меня одна монетка, а реплика одной монетки, значит, это 10 копеек 1917 года. Вот она. Так, на камеру видно. Заказывал ее на AliExpress. Она из античной стали. Короче, имитация под древность. Ну что у меня есть из коллекции? Значит, 1000 рублей. 91 года выпуска. Вот наша старая 1000. Есть 100 рублей 91 года. Ну, кто забыл, вот так они выглядят. Полтинничек, тоже 91 года, кстати, водный знак Ленин, не знаю, тут видно, не видно, вот так вот они выглядели. Так, 25 рублей 61 года, вот так выглядели. Люблю коллекционировать больше советские деньги. Так, еще одна 25-рублевка, трешка. Тоже 61-го года. Состояние, конечно, не акти. Но для коллекции сойдет. Вот так вот выглядела трешка. Десяточка. Наша красная. Самая популярная деньга была. 61-го года. Вот такая вот красавица. Так, 5 рублей 61 года и 91 года. Ну да, они тут не особо-то различаются, но это вот 61 года. Вот 61 года. Вот она, 61 года. И, значит, 91 года. Ну вот различия, думаю, есть. Внешний вид такой же, а сзади немного иной. Ну, конечно же, 1 рубль. Тоже, по-моему, 61-го года. Так, год тут. Ага, а, нет, 91-го года. Вот такой вот рубль. Вот такой вот рубль. Так. Ну, конечно же, 100 рублей. 100 рублей 90 какого третьего года, вот это я помню. Помню, такую гору собирал, разменивал 1000 рублей. Вот так, 100 рублей, значит, это у нас 2014 года, это, по-моему, присоединение к Крыму, да. Вот такая вот она 100 рублевочка коллекционная. Вот так вот она выглядит. Через присоединение к Крыму выпустили. Одно время и даже платили. Даже показывали, что принимали. Сейчас не знаю. Так. Ну, еще есть одна гривня. Коллекция. Вот так вот она выглядит. Вот такая вот гривня. Так, 20 турменских монат. Это мне подарили. 20 туркменских монат. Тоже исключительно для коллекции. Так, ну и 50 тысяч рублей. 95 года выпуска. Вот такая вот деньга. Тоже берегу для коллекции. Вот такая вот моя небольшая коллекция денег. Давно, кстати, хотел видео залить. Так. Ладно, потом положим. И вот 10 копеек царских, 90, то есть 1917 года. Реплика с AliExpress. Вот такая вот монеточка. Античная сталь, имитация древности.
Ну, с вами был Дарт Калашпул. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь также еще раз на канал АС. Рекомендую очень. Ну, до новых видосов. Я желаю вам всего доброго. До свидания.